Новий рік – нові обвалення. У Хуторському провулку продовжує руйнуватися житловий будинок, де у квітні минулого року стався вибух газу. 28 січня під час ремонтних робіт там впала стіна, яку розбирали робочі. Одна людина загинула, ще двоє опинилися у лікарні. Багатостраждальний будинок буквально розвалюється, хоча у ньому досі мешкає декілька сімей. А як ви вважаєте, чому в Одесі регулярно обвалюються будинки? Хто в цьому винен та що потрібно робити? У нас есть определенные реалии, в которых мы живем. У нас есть городской бюджет, у нас есть накладные расходы этого городского бюджета. И я думаю, исходя из всех реалий, в которых мы находимся, то, что городу 200 лет, то, что у нас ограниченное количество средств, то это все приводит к разрушению нашего города, к сожалению. Судя по тому, что я сейчас вижу, из тех возможностей, которые у нас есть, делается почти все. Ну, опять же таки, недолжное отношение чиновников к проблеме реконструкции и благоустройства, как-то так. Да сложно здесь сказать, кто виноват. Может, в целом наш менталитет. Ну, наверное, у городских властей надо спрашивать. Ну, все нельзя объять необъятное, но, наверное, здесь есть проблема. Потому что не поддерживается, нет постоянных регулярных ремонтов таких. Ну, как бы есть, но... Было бы хорошо, чтобы это было как во Львове, чтобы историческая часть города, она обновлялась, чтобы, допустим, если это открывается супермаркет в историческом здании, то полностью фасад, чтобы сохранялся, а не менялась полностью какая-то структура этого здания, чтобы оно не обновлялось, потому что Одессе есть что сохранять. То есть есть это наследие, которое вот, хотелось бы, чтобы оно сохранялось, и чтобы наши потомки видели это. Красоту тоже. Потому что они старые. Они старые, и из-за этого их нужно поддерживать, им нужно реставрировать их, делать. Но я не могу обвинять власть в этом. Ну, то есть, как бы, соответственно, понятно, что есть какие-то там комиссии, которые должны там за этим всем следить, они должны делать что-то для этого. Но там конкретно кто-то, кто виноват в этом. У каждого есть свой балкон, который можно там покрасить, там, ну, или там хотя бы его помыть. Для начала там может быть какой-то маломальский ремонт самим сделать. Ну, то есть много в центре Одессы проживает людей, ну, в квартирах. Это их не личные квартиры. То есть внутри мы квартиру убираем, снаружи мы квартиру не убираем. Ну, наверное, потому что Одесса очень старая. И дома очень старые, вовремя их не ремонтируют. И очень жалко, что рушатся новые, то есть старые дома. А новые во многих случаях строится безалаберно, не поддерживая дух Одессы. В советские времена как-то меньше обваливались, потому что все-таки и в других городах старые дома ремонтировались, поддерживались. Почему? Потому что многие здания – уникальная архитектура. И когда это теряется, это, конечно, жалко. Вот, это жалко, потому что у старой архитектуры учатся новые архитекторы. Прекрасный город. Я вот хожу, я не была в Одессе, наверное, лет 25. И я с удовольствием смотрю, и я радуюсь тому, что если бы вы его привели в порядок, это был бы один из абсолютно топовых городов Европы. То есть невероятный просто. Даже вот в это время года. Здесь просто нужны инвестиции. И я думаю, как только ситуация вот с этим российской угрозой наладится, сюда пойдут очень большие инвестиции, потому что очень прекрасный локейшн, расположение этого города и вообще как бы вот это все невероятно.